Привет, зрители! Мы находимся на дамбе, которая питает все города Афины пресной водой. Очень живописное место, вот эта голубая вода за моей спиной, она пресная, и во всех кранах течет вода из этого водохранилища. Оно искусственное. Мы специально для Дневника Ветра приехали сюда, чтобы показать вам, как здесь красиво. Поэтому будете в Афинах, заезжайте, не пожалеете. С вами был Алексеевич.